Всем привет, ребята! Вы на канале Готовим Вместе. Сегодня мы с вами будем готовить утиную грудку. Оформим ее красиво на тарелке. Будет очень сочно, очень вкусно. Кто еще, ребята, не подписался, обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте про колокольчик. Не забывайте делиться этим видео. И пишите комментарии. А мы погнали! Вот такие вот у меня сегодня, ребята, ингредиенты. Вот такая вот утиная грудочка. Красивая. Алла-алла-красная. Также будем использовать несколько шампиньонов. Один помидор черри, это для украшения блюда. Руккола для украшения. Перец чили тоже для украшения. Соус, ребята, у меня вишневый. Его я готовил, когда готовил стейк филе миньон. Где-то вот здесь или вот здесь сейчас появится ссылочка на это видео. Кому интересно, обязательно пройдите, посмотрите. Очень вкусный соус. И очень долго, ребята, он хранится в холодильнике. Очень хорошо хранится. К утиной грудке очень хорошо подойдет. Ну и, соответственно, соль и перец по вкусу. Вот такие вот ингредиенты. Давайте будем приступать. Начнем мы с грудки. Так как она у меня не очень жирная, бывает очень много подкожного жира. Я вот надрежу ее буквально вот так вот широкими полосками. Если у вас грудка жирная, то режьте чаще, чтобы вытапливался жир по максимуму. Я вот так вот для красоты просто нарежу ее. Так, есть. Приправим ее солью. Перца не будем добавлять, потому как он просто-напросто на сковородке сгорит. Много добавлять я тоже не буду. И с этой стороны. Все, грудка у нас готова. Теперь нам нужно нарезать шампиньоны. Их мы нарежем просто пополам. Для одной грудки этого будет вполне достаточно. То есть на одну порцию, я имею в виду. Масла мы никакого не добавляем. И очень важно, ребята, выкладывать грудку на холодную сковородку, так как жир, чтобы начинал топиться, очень медленно вытапливаться. Если вы положите ее на разогретую сковородку, то сразу задастся корочка, и жир будет вытапливаться менее эффективно. Вот этот момент очень важен. И вот так вот жарим мы где-то примерно по, я думаю, 3 минуты с каждой стороны. А потом просто я уберу ее в фольгу. Прошло у нас 3 минуты. Идет пар, ой, дым точнее. Мы ее переворачиваем. Вот такая вот у нас корочка. Обалденная. Карамелизированная. И жарим с этой стороны тоже 3 минуты. Прошло у нас еще 3 минуты на второй стороне. Теперь вот так вот быстренько поджарим бока. Запечатаем ее полностью со всех сторон, чтобы у нас все соки сохранялись внутри. И тогда будет просто шикарно. Ну вот, в принципе, и все. Грудка у нас готова. И я ее убираю в фольгу. И закрываю, пока пусть отдыхает. Минуток
10. Итак, поставил я маленькую сковородку. И пока у нас грудка отдыхает, доходит в фольге, мы быстренько поджарим шампиньоны для подачи и нарежем все остальное. Ребята, грудку я разрезал. Немного мне показалось, что она сыроватая внутри. Поэтому я вот так вот еще хочу запечатать эти края. То есть поджарить ее внутренней стороной. Поэтому сейчас буквально по минутке с каждой стороны. Эти кусочки крайние, только с одной стороны, а который по центру. С двух сторон, буквально по минутке, и будем сервировать. Ну что, ребята, блюдо наше готово. Засервировал я его вот так вот. Немного пюрешки, овощей и, конечно же, утиной грудки. Ну что, попробуем, что у нас получилось. Вот она такая розовенькая внутри. Очень вкусное мясо, ребята. С овощами. Не забываем про колечки чили, конечно же. Я вам скажу, это того стоит. Мясо это, конечно, не дешевое. Но вкус просто классный. Мне очень понравился. Такая хрустящая кожица еще. Перца даже здесь и не нужно, на самом деле. Достаточно соуса. Напомню, что этот соус я делал, когда готовил стейк филе миньон. Просто обалденный, вишневый. С тимьянчиком, с чесночком. Вот такая штука. Ну вот такое вкусное блюдо у меня сегодня получилось, ребята. Очередная вкусняшка в мою копилку плейлистов. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал,
на группу ВКонтакте, на Инстаграм. Все ссылочки будут в описании под видео. Также ссылочка на канал моего сына. Проходите, смотрите, тоже подписывайтесь. Не забывайте про колокольчик, ребята, чтобы не пропускать мои новые видеоролики. Обязательно делитесь этим видео в соцсетях и пишите комментарии. Всем пока!